лісу все быстро зарастает. Так я вот эти труба 4, кажется, года не было. Не узнать. Вон что. Не узнать. Ты тихонько куда торопишься? Надо торопиться. Как все изменилось? Какие-то объездики есть. Вообще классно в лесу. Знакомый камень. Сейчас посмотрим. Да. Вот время. Время все меняет. И уже слов хита здесь нет. Только остатки вот тут вот. Да уж, как все изменилось. Здесь-то, конечно, ехать попа полная. Объезд. Защита оторвалась, пластмассовая, под крыльями, вот и гудит. Так, ну конечно. Деревце не заденем? Нет? Это что там? Наверх, что ли, выскакивает? Или здесь? Доеду до места, там защиту немножко подрихтуем. Одну лужу проедешь, другая нарисовывается. Вообще вот такие вот зеленые, они неприятные.
застойная вода, то есть давно стоит там. Тина бывает. И лучше некоторые с краю проезжать. Ну это нет, конечно, это середина. Ну вообще сама третья речка никакая. Речки нет даже. Может, к видео прицеплю там когда-то. Давным-давно. Ух ты, здесь разбили, да? Там вот за этой лужей. Вот здесь объезд был. Так. Пришлось часок повозиться. У нас из стороны идет. Рельветку ставишь на бампер, но усиленный. Ловят и кричат: паренек, давай штраф плати. Во-вторых, сейчас можешь, давай ей техпаспорт. Да на мою старую машину никогда. Паспорт не впишут. Надо, чтобы все хорошо было. Еще усиливаем давление. Копядойская дальняя. Ну, заросло, конечно, все. Давно не было. Интересно, и копь даже в отвалах интересно порыться. Но у нас цель немного другая. Опа, это что? Хрена себе. Да. Да, смотрите-ка, пята. Я думал, ложная пята. Нет, вылезли на краю тут. Цель другая. Посмотреть. Все же много лет прошло. Пробежаться по копьям. Есть часа два, три. Вот. Или груздик, или скрипун. Конечно, вот видите, чтобы какая-нибудь скотина не упала туда. Все правильно сделано. Ну, вот. И другие скоты, чтоб не лазили вроде меня. Ой. Где-то видео есть, я показывал. Ядро кварчика уходит. Вон там вот. Туда. Там и работали. И еще есть здесь яма глубокая тоже. Хорошо. Отвалы-то, видите, как заросли. Вон там, по-моему, яма дальше. Отвалы так заросли, что... Ой, не знаешь, где копать. Губина я несколько раз подвозил сюда. Ого, а это уже свежье. Он в отвалах копал, ну что, всякие редкости находил, на которые
кита не обращает внимания. Ну и что здесь надо было рыть? Ну что, что прожилок? Ну и что, что прожилок пегматита с небольшим кварцем? Ладно, не пойду дальше. Поедем. Дорога очень тяжелая, конечно, ехать. Столько лет не было. Надо ехать на несколько дней, чтобы спокойно... Красавца взять вас, что ли? Еще что там у нас будет? Ну, как и ожидалось, старая. Стоят шапки. Ух ты, это камни. Это камни. Вот натюрморт, видите? Пегматит. После третьей речки тут вообще что-то осенью пахнет. Листья облетают. Тут лес тяжелый такой, хвойный. Снился, а тут приходится по-быстрому. Поездки вот Семёнинская, даже не видно, все росло. Сколько здесь недель было проведено, сколько под этой, мое место было на полу, не на палатах, а на полу около печки. Сколько вот здесь вот, вот здесь вот, с этой стороны, сколько ночей здесь было. Вот это класс! Лук пригорел весь. Да ничего, это лучше. Это все лучше. Чтобы у нас крупнее оказалось. Крупно. Ну-ка давай. Новый. Самую крупную картошку в мире. Thank you.
сортировали. Был стол раньше. На этот стол ставили образцы, которые, ну, не очень такие. Вот керн тут, вот кернохранилище было в свое время. Шпатик, шпат, мусковит. Все как и должно быть. Крапива выше моего роста. Баня. Баня, баня, баня. О, птичка какая-то. Да ну что ты? Ну, спугнул. Зря. Ой, стиральную машинку я ему привозил как-то. Это все, что от нее осталось. Шкивы. Все пошло прахом. Да, на этом полке парились. Пол сгнил, все сгнило. Да. Ну ладно, что ж. Ностальгия по прошлому. А здесь с Толей Ильиным мы ремонтировали его мотоцикл. Вот это сарайка была. Большая. Здесь сено хранили, и мы с Александром на сене спали. Красота! Ни одного комарика. Только за шкирку попадала и щекотала. Ну ладно, пойдем к Семенихе. Как заросло все, ужасть. Все заколочено, чтобы не заходили, не проваливались. Ой, грибы, грибочки. Красноголовик. Ну, я, наверное, грибы собирать. Ножик там остался. Вместо грибов кто-то оставил здесь. Показать. Вот видите. Кварц. Вот хорошие большие кристаллы. Это даже такого дымчатого цвета. Ну да ладно, пусть стоят. Кварцевая щетка. Почистить, может, ничего будет. Ну вот на Семенихе говорят, что вот такой вот шпат был коричневый. Отличался от многих копей. Кварц такой мощный.
Вот московит пигматите. Хороший натюрморт. Рядом волнушка и красноголовик. Ладно, поедем на другие копии посмотрим.